Meine Damen und Herren, willkommen zurück im Ring zum nächsten Duell. Und hier kommen die beiden Boxer in der roten Ecke aus Georgien. Sandro Ciprosvili. Итак, первый бой андеркарта, который мы предоставляем вашему вниманию. Поединок в полутяжелом весе между Сандро Ciprosvili, он уже вышел в ринг, и Дастина Диркса, немецкого боксера, надежды немецкого бокса, не знающего горечи поражений, уроженца Берлина, здесь же и проживающего, и, естественно, публика будет болеть за него, неистово или нет, это мы с вами увидим или даже услышим. Но, конечно же, он фаворит в этом бою. Сейчас мы этого парня увидим. 23 года всего лишь ему, но уже за плечами достаточно приличный опыт. 24 боя, 24 победы, 18 нокаутов. Парень мощный, парень бьющий. Ну и посмотрим, как он будет выглядеть в поединке против очень опытного грузинского боксера, который еще 2-3 года назад выступал в категории первого тяжелого веса, теперь опустился до полутяжелого, который дрался уже с такой оппозицией, о которой Дирксу только мечтать. В послужном списке Сандро Ciprosvili такие соперники, как Олаф Алаби, как Херби Хайт, как Каро Мурат, Нури Сефери. Это все имена, хорошо известные не только специалистам, но и простым любителям бокса. Причем, например, сражался он за титул WBO европейский с Нури Сефери в Австрии, на его родине, и уступил совсем-совсем немного. Проходи бой в другой стране, неизвестно, что бы решили боковые судьи. Олаф Алаби не смог его нокаутировать. Денис Симчич, который занимает сейчас третью строчку в рейтинге WBO, также не смог досрочно выиграть у Ciprosvili.
Херби Хайт. Все 8 раундов отведенные. Пробоксировал с ним, но вот лишь в предыдущем бою потерпел поражение нокаутом в 7-м раунде от Каро Мурата. Сейпрашвили, но какие соперники в последних боях? Давид Костецкий, Каро Мурат — это претенденты на звание чемпиона мира. Да, в последних 10 боях 8 поражений потерпел Сандро Сейпрашвили. Но, повторю, он очень опытен. 13 поражений у него, но лишь 2 раза он побывал в нокаутах. Причем первый раз это произошло в первом же его бою. В 2006 году. 29 лет ему. Обосновался достаточно давно уже в Праге, боксировал и в Чехии, и в Германии, и в Польше, в Белоруссии, на Украине, во Франции, в Дании, в Германии. То есть настоящий Джонни Мэн в полном смысле этого слова. Ну а Дастин Диркс, рыжая бестия, которому прочат в Германии очень большое будущее, начал в 18 лет заниматься профессионально боксом. Он рассматривается как уже звездочка. Пока не звезда, но все-таки звездочка. В последнем своем поединке он одержал самую главную до сегодняшнего дня победу, выиграв у Томаса Ульриха, помним мы, прекрасного боксера, но он выиграл у 37-летнего Ульриха, который уже не походил на себя периода расцвета. Вот встретился он с ним лет 10 назад, когда тот владел титулом чемпиона Европы и дрался за титул WBC и WBO. Это был бы совершенно другой разговор. Но, тем не менее, победа над бывшим претендентом все-таки достаточно громкая победа. Дастин Диркс. Выше соперника сразу занял центр ринга. Пока что Сейпрашвили по фронту маневрирует, пытаясь левым боковым достать в движении. Ну, с Дирксом-то шутки плохие, раскрываться нельзя. Правда, Сейпрашвили все это должен прекрасно и сам понимать. Натыкается уже дважды на встречный джеб. И джеб этот останавливает. Диркс не разменивается на обилие движений. Начинает проверять противника. Очень уверенный в себе молодой человек. Этот удар на скачке, левый, боковой, очень чреват для Сейпрашвили. Не вернется на место. Будет очень печально. И несколько раз он уже промахнулся. Я думаю, что раза с третьего, с четвертого в контратаку пойдет Диркс. Потому что рука не возвращается на место у Сейпрашвили. Сейчас скользь достает. В районе лба удар пришелся. Диркс начинает работать джебом. Джеб, повторю, очень и очень приличный у этого парня. И руки на месте, что тоже подкупает в Дирксе. А Сейпрашвили импонирует тем, что нисколько не тушуется, выступая в роли аутсайдера в этом бою. И по первому раунду, если считать только выброшенные удары, он лидирует. Но вот сможет ли он в таком темпе провести все 8 раундов?
Диркс приглашает соперника к атакующим действиям с намерением контратаковать. Но я думаю, что главные события развернутся во втором-третьем раунде. Die Farben erstmal. Dass du nicht zu viel rennen auf die Beine, ne? Merkst du, ja? Ja? Du kannst ruhig mal blocken. Ja? Du kannst ruhig mal probieren, wie das ist, ne? Wenn du blockst und dann gegenschlägst. Ja? Und ruhig so wie zum Schluss die letzten 30 Sekunden. Ja, die linke gerade so reinstuben und nachrücken. Ja? Der rechte Haken geht genauso bei dem. Hast du gesehen? Ja, er hat seine linke ganz tief hängen. Die Farben ganz tief. Problem. Gut. Ja, und so weitergehen. Ja. Und dann kannst du ruhig mal zumachen, nur blockst mal. Nur wenn er aufhört, dann steigst du ein. Диркс потратил первый раунд на разведку. На то, чтобы прощупать соперника, дать ему показать все, на что он способен. Но я думаю, что Сандро не все, на что способен, продемонстрировал. Продолжает он искать счастье в атаках, но эти атаки не с целью, так скажем, нокаутировать противника или смять его, а для того, чтобы сам Диркс не действовал. Но вот насколько хватит Сипрашвили? Вот главный вопрос, наверное. Насколько он физически хорошо готов? Хорошая атака правой по корпусу и апперкот. А Диркс не успевает пока что. Или же выжидает наоборот. Публика требует более агрессивного бокса со стороны Диркса. Когда идет такой размен джеб на джеб, отлетает Сипрашвили от противника. Принимает все на предплечье и перчатки, все атаки Сипрашвили Диркс. Не утруждает себя обилием уклонов, обманок движений. Идет вперед без удара, и тогда немедленно переходит в контратаку Сипрашвили. Все правильно делает. Нет в его атаках мощи. Ничего здесь уже не сделаешь. Но зато не дает он начинать свои действия Дирксу. А Диркса, обратили внимание, он ходит за противником. Он не отрезает Сипрашвили от пространства. Более того, как только Сипрашвили переходит в атаку, то пятится сам. Ну вот, возможность для Диркса, когда у канатов оказался Сипрашвили. Большой пользы он от этого не извлек. Очень неплохо действует Сипрашвили, который, кажется, вообще из другого весового дивизиона. Но что самое интересное, это действительно так, я уже говорил, что боксировал он в первом тяжелом весе, а это полутяжелый. А выглядит он значительно физически менее крепким, чем Дастин Диркс. Mach die mal ein bisschen kleiner, ja, und dann die linke mit rechts rüber. Dass du rechts rüber gehst und dann mit rechts zurückkommen kannst. Ja. Ja. Und wenn du rausgehst, dann musst du aber vorne bleiben mit dem Oberkörper. Tief atmen. Noch schon ran. А, Дастин, ruhig mal mehr Druck machen. Руку пускай, идет вперед, руку пускай. Подсядьте за этот кросс, пусти там кросс, знаешь, хорошо пойдет. Дистанция только в дистанцию подойди. Очень хорошо подойди.
Третий раунд противостояния Дастина Диркса и Сандро Сипрашвили. Пока Сипрашвили смотрится очень неплохо. Сумел он немного обескуражить Диркса. Именно обилием действий, вот тем элементом, о котором я много говорил в своих репортажах. И многие европейские боксеры как раз пренебрегают обилием действий. Хотя таким способом можно выбить из колеи не очень опытного боксера, каким бы он перспективным ни был. Расчет свалить одним единственным ударом Сипрашвили, не думаю, что окупится. Поскольку, как я уже говорил, Сипрашвили побывал в переделках с бойцами, бьющими, ну, по меньшей мере, никак не слабее. И терпеливый, и мишень не самая открытая для попаданий. Вот даже когда получается джеб у Диркса, за ним ничего не следует. Потому что уже приучил Сипрашвили, что будет контратаковать. Что он не проводит 20 секунд без удара. Вот попробовал прессинговать. Диркс Сипрашвили показал, что даже стоя на месте, он будет уходить от ударов. А по корпусу будет блокироваться. Нужно, конечно, увеличивать давление Дирксу, если он хочет победить. Да, рассечение на носу неприятное. У Сипрашвили это как раз джеб Дастина Диркса к этому привел. Ну вот просил тренер Сипрашвили почаще кросс правый подключать, потому что Диркс во время джеба не всегда возвращает руку назад с должной скоростью. Это при всем том, что я не отрекаюсь от своих слов, джеб у него очень приличный по силе и точности. Саня, комбинацию. И где-то закройте чуть в сторону. Не оставайся перед ним после комбинации, понимаешь? Выдергивай, ведется, выдергивай. Выдернул и потом комбинацию бросай. Не старайся опять толкать левым прямым в корпус. Не надо. Со второго удара, чтобы попадало. И закручивай, и закручивай. Разбит нос у Сандро Сипрашвили. Это было хорошо видно во время перерыва. Но, тем не менее, смотрится он весьма и весьма достойно. И я не удивлюсь, если на карточках судей он может и вести, по крайней мере, у кого-то из арбитров. Подскользнулся сейчас, потерял равновесие Диркс. Удары-то у него, конечно же, мощнее. Но количество их меньше. И в точности Сандро добавляет. А Диркс явно не в своей тарелке. Не такого развития событий он ожидал. Ну,
посмотрел на послужной список, возможно, 25 побед, 13 поражений. Ну что ждать от такого бойца? Тут важно, с кем встречался Сандро. Конечно же, были записи, конечно же, готовился специально к этому противнику Дастин Диркс. Но одно дело готовиться по видео, а другое дело ощутить себя в ринге. Постоянно кружит, постоянно закручивается Сипрашвили. Вот, опять-таки, насколько его хватит для этого движения, насколько хватит физической готовности. И в том, чтобы на один удар Диркса выбрасывать три. Диркс, удивительное дело, за джебом не выпускает ничего. Очень редко он подключает правую. Ну неужели же он рассчитывает, что противник будет настолько ошеломлен его джебом, что встанет и раскроется, и тогда можно беспрепятственно будет уже пробивать. А время-то уходит. Время потихонечку уходит. Регламент 8 раундов. Сейчас заканчивается 4-й раунд. И обратили внимание, вот правую он подключил. Но когда? Когда начал атаку. Естественно, этот удар был виден Сипрашвили, и от него он ушел. Не дает войти в ритм Сипрашвили. И вот этот кросс достиг цели, который просил его тренер. Несколько ударов, пусть не очень сильных, но точно в разрез, точно в цель. Und dann lässt er dir jedes Mal die letzten 10 Sekunden wegnehmen. Versuch doch mal mit schnellen Händen erst zu arbeiten. Mit lockeren, schnellen Händen, ne, und dann einsteigen. Ich habe noch nicht einen Aufwärtshaken in der Mitte vom Kopf gesehen. Tief haben wir, tief. Ne? Nee, der bewegt sich ein bisschen, das stimmt. Tief haben wir. Ha, das Ding, ja. Mehr Druck machen, ja. Und fang mal mit lockeren Händen an, boom. Und dann erst eine harte. Seconds out. Итак, пятый раунд. Пятый раунд рейтингового боя восьмираундового. Дастин Диркс против Сандро Сипрашвили. Сипрашвили смотрится очень здорово, и вы знаете, оставляет очень хорошее впечатление. И вот посмотрите, как он начал. Два десятка ударов выпустил, совершенно смутив противника. Не потряс его, по-моему, ударом, но не дает атаковать. И очки-то набирает. Пятится назад. Вы знаете, очень неприятная ситуация сейчас Диркс. Ну вот увлекся немножко Сандро, два джеба, но после этих джебов ничего не последовало. Это говорит о том, что не в своей тарелке Диркс абсолютно. Великолепная минута в исполнении Сипрашвили. И посмотрите, на каких ногах сейчас стоит ватных абсолютно Диркс. Продолжает окучивать его Сипрашвили. И сейчас может закончить бой в свою пользу. Кто этого ожидал? Потому что, когда выбрасывают руку, не возвращает назад ее Диркс. Пара точных сильных попаданий. И все может закончиться для немецкого боксера. А еще полторы минуты. Хватит ли сил у Сипрашвили? Неужели рассчитывает он именно на этот раунд? Но переходит в контрнаступление Диркс, потому что вымахался Сипрашвили.
И Дирсет прекрасно понимает. Ну вот, старый добрый бокс возвращается. Не напоминает ли вам это сражение 30-х-50-х годов? Публика завелась. Конечно же, она не это рассчитывала увидеть, не то, как полтора раунда пятится их любимец, принимая на себя все выстрелы соперника, чью фамилию они даже произнести не могут. Но все же это действо на некоторые бои в Германии меньше ударов. В некоторых боях мы наблюдаем, чем за этот раунд. И концовку не выигрывает Диркс. Не выигрывает, да, он неплохо выглядит, но он не выигрывает. Отлично. Да. Супер. Тихо. Воду. Воду. Тихо. Кровь. Да, подожди. Стой. Ну, еще две. Соберись. Еще два. Ну, готов. Две. Великолепный раунд. Пятый провел Сандро Сипрашвили, но, мне кажется, потратил слишком много сил. Да, это было эффектно. Но нокаутировать не смог Диркса. Дирк сейчас пойдет в атаку. И нужно быть очень точным в контратакующих действиях. Это может быть залог к успеху. Потому что открывается и не возвращает руки на место Диркс очень часто. И надо контратаковать, нельзя просто стоять. А ведь это, я имею в виду Дастина Диркса, соперник Сипрашвили, занимает седьмую строчку в рейтинге WBO в полутяжелом весе. Значит, является уже претендентом на титул. Ну, прям скажем, сыроват. А Сипрашвили очень хорош. Никто не ожидал, что он окажет такое сопротивление и будет вести этот бой. Да, понимали, что крепкий орешек, понимали, что очень опытный. Но превосходят все ожидания Сандро. Кровотечение очень неприятное у него, конечно же. Удары Диркса сказываются. Я не отказываюсь от своих слов. Удар у него приличный был, приличным остался. Взрывается периодически Сипрашвили. Уже, конечно же, не с такой долей эффективности, как в предыдущем раунде. Ну и вот, если он встанет, то все для него закончится. Пока он маневрировал по фронту атаки, все было хорошо. Как только он встает, Диркс начинает бить, и здесь шансов у Сандро немного. Но держится, а Диркс с явным намерением закончить бой досрочно идет вперед.
просто перекрываясь от контратак Сипрашвили, который потерял уже практически всю мощь. Сиди, не дергайся. Капа. Жарко сейчас было в углу Сипрашвили. Подошел доктор, сказал, что а недостаточно ли этому парню. Ну ладно, дам вам еще один раунд. Действительно, серьезное рассечение достаточно у Сипрашвили. И они усугубляются после попаданий Дастина Диркса. Но, тем не менее, смотрится он очень неплохо. Теряя, хоть и теряя весь запал. Не так свеж, как в начале боя. Ну и понятно, слишком много сил отдано. Но очень мужественно себя ведет Сандро. Надо дать ему должное. Нет у него возможности выбрасывать удары в том количестве, в котором необходимо для победы над Дирксом на его территории в Берлине. Ну и Диркс, надо сказать, что ничего особенного не делает. Мощно бьет по сопернику, который уже мало подвижен. И при этом точно приложиться не может. В основном жесткий джеб доходит до цели. И вот этот удар справа апеллирует к арбитру Сипрашвили. Кажется, ему что в область почек. Но здесь рефери будет на стороне местного бойца. В этом сомневаться-то не приходится. Ну вот, пришелся удар. Наверное, Сипрашвили попросил свой угол остановить этот поединок. Выбросить полотенце. Да, так оно и есть. Больше не могу. По-моему, это так звучало. Очень тяжело. И вот единственный удар после этого выкрика как раз и пришелся в цель. Аплодисменты публики Дастину Дирксу. Но, вы знаете, заливает кровь в глаза, не видит Сипрашвили. И я скажу, что Дастин Диркс не выглядит как претендент на звание чемпиона мира. Пусть и десятки рейтинга WBO в полутяжелом весе не самые сильные боксеры собраны. При этом Бернард Хопкинс лишь на 8-й позиции, а выше собрана публика, ну, которая, на мой взгляд, не заслуживает титульного боя. Но да бог с ним, это не тема сегодняшнего разговора. Дастин Диркс показал, что джеб у него остался, а больше фактически ничего. Ни движения, ни серийности, ни каких-то комбинаций опасных. Ну вот, единственный сейчас будет удар. Его, наверное, смаковать будет телевидение. Нет, это уже после эпизода, когда и заявил о том, что готов сняться с этого боя Сандро Сипрашвили. Очень жалко, но не хватило сил, физических сил. И тем не менее, держался он здорово. Я бы с удовольствием узнал счет судейских карточек.
к этому моменту. Да, предыдущий раунд, конечно же, Диркс выиграл. А вот до этого... До этого что? Радоваться такой победе... Ну, можно радоваться любой победе. Все равно ты идешь дальше. 25-я победа, 19-й нокаут будет вписан в твой рекорд. Но для публики и для специалистов, которые запомнят, как эта победа была достигнута, ведь не только счет на табло остается. Это звоночек. И для соперников в том числе. Как нужно действовать против Дастина Диркса. Не знаю, почему затянулась пауза. По-моему, все здесь ясно. Или высчитывают секунды, чтобы официально объявить результат с максимальной точностью. Совсем немного не хватило физической выносливости. Сандро выплеснул он все в начале 5-го раунда, понимая, что усугубляются рассечения, и может он не достоять все 8 раундов. Свалить соперника не получилось, но ватные ноги были абсолютно у Диркса. И посмотреть, ну, действительно, представители разных весовых категорий. Как выступал в первом тяжелом весе Сипрашвили? Вот загадка. Технический нокаут. Дастин Диркс оставляет нули в графах ничьи и поражения. Ну, а мы все-таки призываю вас хотя бы подумать добрые слова в адрес Сандро Сипрашвили.